Учебные будни и контрольные позади, экзамены и выпускной впереди. Для 11-классников звонок действительно последний. Поют и танцуют от всей души. Рядом 9-классники, часть этих ребят тоже уходит из школы. У каждого свои мечты и планы. Хочу стать моряком. Почему? Ну, привлекает морская стихия, высокооплачиваемая зарплата. Врач-терапевт. Почему? Ну, не знаю, нравится так, с людьми общаться. Кем ты хочешь стать? Архитектором. Архитектором? А почему? Ну, у меня это очень хорошо получается. Я уже работал, и даже с кем я работал, начальники дали мне квалификацию выше. В Ростове обшивал дома сайдингом металлическим и утеплял. Еще, наверное, с начала года иногда так грустно становилось, что половина класса уйдет, и, может быть, уже не так часто будем видеться и общаться, так меньше начнем. Найти себя в жизни напутствовали выпускников, учителя и родители. Не менее важное пожелание – мирного неба. Утро каждое встречаясь где-то 8:05. Как вы легко умудрялись без сменной обуви пройти? Я за вами наблюдала, глядячи на стадион. Вы конкретно забивали на уроки, а не гол. Были вы ученики, а теперь выпускники. Не придете в первый класс, это раз. Не прочтете там слова, это два. А в четвертый ждет вас скоро. Что, то, что снится вам дано. Всех экзаменов страшнее, всех важнее ЗНО. Каждый выпуск вписывает свои яркие страницы в историю школы. Выпуск 2014-го – это 5 медалистов. Это победители Олимпиад Лирюк Алина, Аргунова Александра, Белгринистский Владимир, Рудаков Вячеслав, Бубликова Валентина, победитель городского конкурса творческих работ Меричилия Янина, победитель областного конкурса «Украина. Мои таланты» Новоселова Полина, 11-й класс и победители городских конкурсов «Агитбригад» и КВНов. Мы гордимся вашими успехами, 11-классники. В финале праздника старшеклассники отпустили воздушные шары. Выпускники передали нынешним 10-классникам символ мудрости, фигуру филина. И под аплодисменты всей школы отправились на последний урок. Александр Ковальчук, Дмитрий Коробков, новости, телеканал «Луч».